Продолжаем брейк. Четвертый кейс на очереди. Вот он перед вами уже за компьютером. Для начала оставлю сообщение в теме аукциона. Так. Вот оно сейчас загрузится. Через несколько секунд. Пока я вскрою четвертый по счету кейс. Блока для начала. Камеру и продолжать. Блоки перед вами, сообщение записано по времени в 20:16 по времени сайта, 22 уже 18 в Екатеринбурге теперь. Вот они, первые три блока четвертого кейса. Всем в очередной раз удачи. Надеюсь, в этот раз буквы стороной нас не обойдут. Итак, начинаю открывать пакеты четвертого кейса. Итак, последние три пакета. И смотрим блок номер один четвертого кейса. Еще раз удачи, больше хороших хитов всем. И сразу, может не сразу, но хотя бы всем. На всякий случай. Ну, пока ровным счетом ничего интересного. Первый хит четвертого кейса — это автограф Константина Волкова из московского «Динамо». Автограф под номером 50/50. Так видно. Константин Волков.
Динамо Москва. Движемся дальше. Так. Баз падает немного. Так. Далее джерси. Трехцветная, очень неплохая джерси. Максим Пестушка, нефтехимик, Нижнекамск, под серией Запад-Восток. Номер карты 179 из 300. Максим Пестушка, нефтехимик. Вот самое интересное. Из блока найдено. Две параллелки. Осталось отыскать. Сложности создать не должно. Вот, первая из них, Михаил Гробовский, ЦСКА, под серия 2 мира 1 игра, серебряная версия, 77 из 350, Михаил Гробовский, ЦСКА. Далее еще одна параллелка должна быть. Вот, и она на рандом карта пойдет. Это тренеры сборной Востока. На матче звезд Валерий Белоусов, Пол Моррис и Петри Матикайнен. Золотая версия. 165 из 350. Номер карты тренеры сборной Востока. Ну и посмотрим оставшиеся базовые карты. Осталось их совсем немного. Буквально вот тут несколько штук. Готово. И переходим к блоку номер 2. В общем-то, неплохое начало четвертого кейса. Ну, если продолжится все еще лучше, то будет просто замечательно. Так. Второй блок. Готово. Блок номер 2. Поехали. И начинаем сразу с параллелки. Это Василий Кошечкин. Короли хоккея. Золотая версия. Карта под номером 60 из 350. Представляет Василий Кошечкин Северсталь, как видно по эмблемке, в левом верхнем углу карты. Начали достаточно неплохо. Смотрим, что же будет дальше.
Ничего больше интересного. А вот и вторая параллелка. Сергей Бобровский. СКА Санкт-Петербург. Под серией 2 мира. Одна игра. Серебряная версия. Номер карты 276 из 350. Сергей Бобровский. СКА Санкт-Петербург. Дальше. Смотрим. Видим базу. А вот и автограф. Это автограф Владимира Первушина из Омского авангарда. Карта под номером 18 из 50. Владимир Первушин. Авангард. Автограф какой-то уж совсем простенький. Но, тем не менее, так расписывается игрок. Что с этим поделать? Ну и джерси должна быть. Должна быть еще джерси. Вот она. Это у нас Ростислав Станя из ЦСКА. Под серией «Матч звезд». Джерси. Одиночная. Номер карты 100 из 100. 100 из 100. Ростислав Станя. ЦСКА. Одноцветная джерси. С таким небольшим, почти незаметным швом. Так, оставшиеся три карты. Ничего интересного себе не представляют. Ну и вот только база осталась. В общем-то, хиты, планировавшиеся, все найдены. Смотрим, не положили ли нам чего лишнего. Итак, блок номер 3. Во втором блоке оказалось все-таки 4 кита, не больше. Узнаем, что будет в третьем блоке. Готово. Очередной третий по счету блок четвертого кейса извлечен. Карточки извлечены полностью, находятся в коробочке. Ну и теперь осталось найти 4 кита.
А вот и первый из них, еще один автограф Динамо, Константин Волков. Константин Волков, очередной, тот же самый автограф был в первом блоке. Номер этой карты 1 из 50, Константин Волков, Динамо, Москва. Ищем дальше. Больше ничего не попадается. Карт уже не так много осталось. Ну, видимо, самое интересное все выпадет разами в конце. А вот и первая рубиновая параллелка. Евгений Малкин. Металлург Магнитогорск. Номер карты 47 из 100. Евгений Малкин. Два мира, одна игра. Рубиновая параллель. Уже неплохо. Дальше. Идем еще параллелка и джерси. Параллелку нашли. Это у нас он же немец из пражского льва, короли хоккея, золотая версия 112 из 350. Он же немец, лев Прага. А вот и джерси. Это у нас Михаил Гробовский. Достаточно неплохой кусок. Часть какой-то нашивки слева. Михаил Гробовский, ЦСКА. Два мира, одна игра, джерси. Номер 35 из 200. Отлично видно это. Такая вот джерси. Тут у нас упала базовая карта. Собственно, ничего кроме базы больше не ожидается. Но вот эти карты мы просмотрим. Не так их много. Времени это много не займет. Готово. Ну и итоги. Итоги только что открытых трех блоков. Опять у нас нет буквы. Есть три автографа. Три автографа. Три джерси разных подсерий. И шесть параллелок, с которых и начнем. Короли хоккея. Василий Кошечкин. Северсталь. Тренеры. Команда Востока, и он же немец, Лев Прага. Все 350 экземпляров. Далее, два мира, одна игра, Михаил Гробовский, ЦСКА. Сергей Бобровский, СКА, серебряная версия, и рубиновая версия, Евгений Малкин, Металлург, Магнитогорск, джерси. Запад-Восток, Максим Пестушка, нефтехимик. Матч звезд, Ростислав Станя, ЦСКА. И два мира, одна игра, Михаил Гробовский, ЦСКА. Две джерси ЦСКА, два автографа Динамо, но оба принадлежат одному игроку, Константину Волкову. Еще один автограф, Владимир Первушин из Авангарда. Такие вот три блока, скоро вернусь еще с тремя.